все мои братья и сестры на востоке Украины, братья и сестры украинцы, но и братья и сестры русские, и братья и сестры, самое главное, славяне. Я хочу обратиться к вам. Я хочу вам напомнить, что эта война, которая сейчас существует между Украиной и Донецкую республику, или Малороссией, или как вы там хотите назвать, или Луганской республики, или что, это навязанная нам война. И Путин, и Европейский Союз, и Штаты, они все работают вместе, они уже работают вместе тысячелетиями. Это где-то приблизительно есть 13 или 14 семей в этом мире, который контролирует все и навязывает нам и религию, и знания, и теперь массовую информацию. Пожалуйста, опомнитесь. Я знаю, что все, что происходит, это просто страшно. Я не могу судить, я не могу вас судить, этих людей, что сидят сейчас в подвале, и у вас нету ни еды, ни воды, ни газа. Я не могу вас судить, но я точно знаю. У меня есть свои связи для этой информации. Я буду вам показывать очень много информации, что Вторая мировая война, это просто было... Просто было придумано, чтобы срезать человечество. И Гитлер, и Сталин, это они работали вместе. И что нам принесли и навязали веру и религию, которая даже не есть наша, еще во времена Киевской Руси. У нас есть своя вера, у нас есть свой язык. И мы когда-то все были вместе, не забывайте про это. Мы одной крови, у нас когда-то был свой один язык. И даже если бы они пришли с этим, что Иисус Христос учил, действительно с этим, они могли прийти и с миром нам это дать, но нет, они пришли и они изнасиловали, и убивали, и жгли деревни и дома, уничтожали просто нас. Пожалуйста, не держите зло на ваших западных братьев. Они тоже под этой массовой информационной глюке, под которой мы все есть. Мы никто не знаем, кто мы действительно и что мы должны делать в этой жизни. Вот в чем секрет. Еще в 70-х годах здесь, в Принстоне, в Соединенных Штатах, где я живу, был найден документ, где было написано, как они будут уничтожать славянский народ с наркотиками, с алкоголем, с развратными. И просто морально искаженными способами забрать у нас нашу территорию, нашу землю. И Путин, и власти Запада, они все заодно. Забудьте за эту навязанную нам идеологию: украинцы, славяне, поляки, русские. Это все придумано, мы все один народ. Вы себе представьте, вот есть там Соединенные Штаты, есть Европейский Союз. Вы себе представьте, если бы было Соединенные Славянские Народы, Союз. Вы даже сравните с этими, кто помнит Советский Союз, и сравните с временами сейчас, что они сделали. Они специально уничтожили Советский Союз. Те, кто знает, знает. Я буду ставить много видео. Извините меня, если я по-русски не очень так... Говорю, я часто по-русски не разговариваю. Приехал в Штаты еще маленьким.
Но помните, я вас всех люблю. Я с сердцем и с душой всегда с вами. Это моя обязанность вам это донести. Не держите зло. Просто каждый из нас индивидуально сядьте и подумайте, что мы не можем убивать братьев и сестер и с этим же уничтожать самих себя и будущий мир для наших детей и для следующего поколения, и следующего. Пожалуйста. Это был Назарин, это было Pull to Middle Your Life. Я с вами всегда. Спокойной ночи.